общем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я сделаю нечто невероятное. Это просто, ребята, разнос полнейший, потому что прямо сегодня я долистаю до конца комонку и попытаюсь ее купить с крутыми, дорогими наклейками. Чтобы понимали, я начал снимать это видео в 6 утра, чтобы я смог до вечера долистать. Поэтому, скорее всего, на съемке данного ролика потрачу больше 12 часов. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо на секунду прожмите за это огромнейший лайк, подпишитесь. Поехали! Ребята, поступила такая срочная инфа, кто лайк не поставил и не подписался, и не написал комментарий, тот бот галимый. Поэтому, ребята, перепроверьте, не бот ли вы случаем, а? Лайк, Костик, подписывайся, по-братски. 5 minutes later. Ребятулечки, чтобы вы понимали, я уже не первый раз снимаю эту рубрику, поэтому я, так сказать, уже на опыте. Что же нам надо? Нам нужен кликермен. Что же это такое? Это программка, которая листает скины вместо тебя. Это же очень удобно, потому что, ребят, 12 часов листать так мышкой вниз, я просто сойду с ума. Поэтому, ребята, все, вместо меня будет делать компьютер. Ну что же, давайте сначала выберем скин. Я предлагаю так, давайте вначале выберем какой-то лайтовый скин по типу АКР Карбона. А потом уже будем листать комоночку. Ну как вы думаете, ребят, шанс-то велик, что я найду какие-то крутые наклеечки? Потому что я вам скажу так, никто еще никогда не листал комонку. Я буду первый среди всяких дуров, все листали максимум анкомонки или обычные рарки. А ребята, у нас рарка это просто разминка. Ну что, ребят, погнали листать, но опять же повторюсь, вручную я это делать не буду. Сейчас я сделаю кое-какие махинации, и все будет делать вместо меня программка. Ну что, ребята, давайте проверять программочку. Я нажимаю волшебную комбинацию кнопочек, мои руки вот тут, и я просто на расслабоне, на чиле, просто смотрю, мало ли вдруг пролетит какая-то крутая, дорогая наклейка. Ну, пацаны, лайк, подписка сходу, моментально, ну а мы будем ловить наклеечки. Все, ребята, для вас это будет одна секунда, но я, ребята, включусь, когда я увижу первую наклейку. Стоять, ё-моё, пацаны, штаны 40 грин! Короче, ща видите первые наклеечки, но первые наклейки не самые дешманские, вот эти вот сраные 5 years, да кому они нужны? Нам нужны нормальные наклейки, там хлын коллекции, например, там какие-то арканы и так далее, поэтому вот этими вот наклеечками вы меня не удивите. Погнали искать дальше более дорогие наклейки. Ну что же, ребята, я пролистал полчаса, и давайте посмотрим, какие же тут есть наклеечки. Есть какой-то говячок, который нам не нужен, есть вот такая вот наклеечка дешевая, есть наклеечка 5 years. Но пока что я даже не видел двух наклеек. Ну нам надо две наклейки, да, базар ноль, дорогие, прикольные, красивые наклейки. Но я ищу хотя бы две наклейки, потому что пока что вижу только по одной наклейке на каждом АКР Карбоне. Так, ребят, давайте в самый-самый-самый низ листаем. Ребят, стоямпа! Я долистал! Прошел целый час, честно говоря, я уже думал, может снять другое какое-то видео, но нет, я не сдаюсь, посмотрите, какие наклеечки за 100 голды продают, я только что видел легендарки, обалдеть! Вот это вообще 30 голды стоит, ё-моё! Так, ребят, листаем самый низ, я вам сейчас покажу реально крутые, дорогие наклейки. Мы долистали почти в самый-самый низ, или это уже самый низ, вот это, вау! И это стоит всего лишь 100 голды. Не знаю, как вы, ребят, но я хочу это купить, поэтому я прямо сейчас беру и... Отменили продажу, блин! Бык кусает 750 голды, вы это видите, ребят, что происходит, все листается максимально быстро, я никуда не успеваю просто нажать, дайте мне что-то купить, блин, ребят, вот эта наклеечка продавалась за 700 голды, а тут, по сути, аркан, который стоит 3 косаря, вау, какие же тут классные, опупенные и обалденные наклеечки, ребят, самое главное просто успевать покупать, ё-моё, а вот это вот АКР Карбон стоит 99 голды. Ух, все-таки я не зря листал целый час, но я пока что не вижу ни одной арканы. Арканы вы где? Ребята, я вижу аркану, наклейку первую. Ё-моё! Это просто какой-то сумасшедший дом. Посмотрите, как быстро все летит. Я никуда не успеваю нажать. Там была аркана. Я... Вот. 750 голды, может, я куплю? 750 голды, какая сосочка! Блин, ребята, я бы на этот карбон даже присел. Какой же он классный. Но 750 голды, честно говоря, немножко дороговато. Я понимаю, что наклейки стоят гораздо дороже, но тем не менее все равно дорого. Вы думаете, я на этом сдамся? Нет, я буду листать дальше. Вы посмотрите, что же я увидел. Как вы думаете, сколько стоит этот АКР Карбон? Прямо сейчас напишите ваше мнение в комментариях. Ну а я вам сейчас скажу ответик. Вот этот вот АКР Карбон стоит
3 костыря голды. Ребят, просто представьте, я 2 часа листал, и знаете, что в итоге нашел? В итоге люди продают вот такие вот скины за 999 тысяч. Я зачем 2 часа моей жизни потратил в никуда? Ладно, ребят, давайте спокойно, спокойно. Без нервов, все хорошо, только добро и позитив. Что же мы видим? Опа, за 1100. Да ты что, какая красавица. Слушайте, ребят, можешь купить, но нет. Я вам скажу так, походу, ребят, я долистал уже в самый конец, потому что дальше уже скины не листаются, и поэтому я вам предлагаю поменять скин. А вдруг мы даем еще что-то более интересное? 5 minutes later. Ребята, срочно! Срочно, 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 смотрите! Оп-оп-оп! Что я купил? Ё-моё! Там такая пушечка, сейчас покажу. Вау! Я купил это всего лишь за 200 голды, это очень круто. Ну а теперь уже по-настоящему меняем скин. Короче, ребят, я так подумал, что все клеят крутые наклейки именно на АКРы. Поэтому следующий наш скин это будет АКР Спорт. И я очень надеюсь, что я смогу его урвать с какими-то крутыми, обалденными наклейками. Тем более, учитывая то, что он из очень старой коллекции Furious. Возможно, даже найду какой-то голд-скульщик или какие-то Хэллоуин наклейки. Пожелайте мне удачи. Топы! Ребят, ну я вижу первые наклейки, но если честно, это какая-то пыль. Это что за кетсуна? Это кому он надо, уважаемые? Это Дигл Мастер? Не, ну вы на приколе. Да никто из адекватных людей не купит. Я буду искать более крутые, более дорогие наклейки. Лаки старые. Ну, короче, ребят, пока что я вижу только одни из самых дешевых наклеек. Но мне такие наклейки не нужны, потому что мы в поисках за самыми дорогими и самыми эксклюзивными наклейками. Поэтому, ребята, не сдаемся, листаем дальше. Короче, ребят, буквально листаю 20 минут. И уже посмотрите и пошли наклейки. Что будет дальше, мне очень интересно посмотреть. Потому что мне кажется, чем ниже я листаю, то тем более дорогие наклейки я смогу увидеть. Пока что, ребят, тут наклейки, ну прям выбирай на любой вкус и цвет. Очень много разных наклеечек, и я листаю всего лишь 20 минут. Фух, повезло, что этого скина всего лишь 16700 запросов. О, это тоже я люблю. Пошли Хэллоуин наклеечки. Посмотрите, ходи наклеечку маме, а? Хотите наклеечку этого ГОСТа? А тут вообще наклеечка Blizzard. Ничего себе! Слушай, ну пока что это все очень круто, потому что я долистал до 100 голды, и я уже вижу прям очень дорогие наклейки. Ё-моё! Так, ребята, это только начало, поверьте мне. Мы, скорее всего, что-то сегодня купим. Даже не скорее всего, 100% сегодня что-то купим. Вау! А тут прям две крутых наклейки одновременно. Вот обидно, что эти наклейки по цвету не очень подходят. О, тоже наклеечка за 600 голды. Ребят, слушай, это всего лишь 100 голды, а что будет дальше? Что будет дальше? Вот эта вот наклеечка Дракула стоит 3 костыря голды. И она прямо сейчас тут продается на АКР, который стоит 120 голды. Очень даже неплохо. Короче, ребят, опять произошла эта дичь, потому что я листаю, листаю вниз, и она все, больше не листается. В общем, смотрите, какие у нас есть наклеечки. 500 голды, вот такие вот дорогие, крутые наклейки. Честно говоря, я бы купил бы, но мне просто не нравятся эти наклейки. А так это, ребят, лютый окуп. Также у нас тут есть за 350 голды вот такие вот прикольные наклеечки. Поэтому, ребят, кому нравится, потратьте часть времени, полистайте в самый низ, и вы тоже можете купить. За 750 голды такую сосочку можно купить. Вот эти вот все наклейки стоят минимум 1012 голды. Я хочу это купить. Я реально хочу это купить, даже не знаю. Ребят, когда-нибудь покупать или нет? Напишите прямо сейчас в комментариях. Блин, не знаю. Как же это круто. Вау, это очень дорогие наклейки. Просто нереально дорогие наклейки. За 900 голды, а? Кому надо? Не, ребят, мне такое точно не надо. Ребят, ну если честно, я ждал чего-то побольше. Каких-то прям супер крутых наклеек я не увидел. Слушайте, а давайте ради интереса чекнем АКР Спорт Статрек. Там-то, я уверен, есть по-любому нереально крутые наклейки. Ля, тут вообще тип с моей аватаркой. Братух, ты что делаешь, ау? А вот это просто идеальные наклейки. Вот эти все наклеечки стоят 2400 голды. Ну, я бы не сказал бы, что это мега окуп, но тем не менее, наклейки очень красиво сочетаются на этом АКР. Я нашел АКР мечты. Я хочу эту малыху. Есть одна проблема. Эта проблема называется цена. 2750, ну как-то слишком, да, слишком. Блин! Ну если бы ты стоил хотя бы костыря 2, ну я бы купил, ну куда 4000, ну куда ты лезешь? Обалдеть! Это легендарка скин коллекции, которая стоит 20 тысяч голды. Ну тут все наклейки очень дорогие. Вау. Ну а, ребят, 6500 это точно не стоит. А вот это вот скин...
в принципе, можно купить, потому что тут все наклейки, ну, прям очень дорогие, тем более это Стартрек АКР 6250. Я подумаю, спасибо. Ну что же, ребята, я пролистал в самый конец, и каких-то прям супер крутых выгодных наклеек я не нашел. Поэтому, ребята, вперед листать комонку. И вы никогда не поверите, какую комонку я буду листать. Это, ребята, будет АКР. Но это будет не просто АКР, это будет АКР Тайгер, которого целых 83 тысячи запросов на рынке. 5 minutes later. Поехали! Ребят, встретимся через пару часов. О, это надолго. Сейчас какой-то сериальчик посмотрю. Я думал, я никогда не долистаю. За 3.30 голды я вижу первую наклейку. Я даже куплю этот легендарный скин. Да! Да! И еще раз, да, первая наклеечка. Не может быть! Так, за 7.52 пошли следующие наклейки. Так, ребят, как я понял, у меня опять произошел баг на наклейке, потому что, как видите, цена листается чересчур слишком быстро. Да ё-моё, стенд, вот два убирает эти вонючие баги. Ладно, ребят, сейчас подожду, чтобы появились еще какие-то прикольные, крутые, дорогие наклейки. Чего? Мне это показалось? Подождите. Подождите. Вы это видели? Кто-то приклеил арканы наклейки на комонку Кэр Тайгер, и каждый из этих аркан стоит по 1500 голды. То есть на этой комонке наклеек на 6000 голды. Это чё за псих приклеил на Кэр Тайгер такие дорогущие наклейки? Вы чё, ребята? Я просто не верю своим глазам. Посмотрите, за 380 голды вот такие вот тоже прикольные, классные наклеечки. Слушайте, кажись, я очень сильно недооценивал комонки, потому что на них тоже есть прикольные наклеечки. Ну, а вот такой вот скин можешь купить за 40 голды. Ну, зачем? Чем 40 голды? Вот такой вот скин, если можно купить КР Спорт с более крутыми наклейками, да? Не, ну я скажу честно, я реально не ожидал то, что так много разных дорогих наклеек. Вот такой вот, ребят, АКР Тайгер стоит 350 голды. Но, честно говоря, тоже очень-таки неплохо. Мало ли, есть тут какие-то коллекционеры, то тоже можете купить. Не, ну, братик, за 1250 ты уже губу раскатал. Ну, это прямо же чересчур дорого. Ну, куда 1250 за эти 4 наклеечки? Тут наклейки даже страшные сами по себе. Я их и бесплатно бы не взял бы такой АКР Тайгер. И вот, ребят, смотрю на эту команду. И я понимаю то, что я хочу ее купить. Была не была. Я просто взял и купил ее. Не, ну ребят, ну без обид, но наклейки реально прикольные. Да ты что? Вот этот мой новенький АКР Тайгер. Кстати, да, я могу вот этот АКР Тайгер, который я только что купил, вот он у меня в инвентаре, подарить вам. Ну да просто, ребят, поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий с своим ID. И я выберу одного победителя. Блин. Ну честно говоря, АКР Тайгер очень крутой. Мне кажется, если я зайду в ММ, все офигеют просто с него. Слушайте, а давайте-ка мы пролистаем G22 пиксель камуфляж с Origin коллекции. Понимаю то, что это будет очень долго, но сами подумайте, Origin коллекция, она самая-самая старая. Значит, вероятно, что кто-то взял, приклеил Gold School и забыл. И вдруг я прямо сейчас найду этот Gold School и куплю. Поэтому, ребята, шел пятый час съемок, а я пошел листать G22 пиксель камуфляж. Пацаны, кажется, это уже последний скин, который я листаю, потому что я листаю 40 минут и ни одной наклейки. Ну где вы наклейки? Ау! Реально ни одной наклейки нету, я просто ору, это что за прикол? Произошел сюрприз, я пролистал 40 минут, да, даже чуть больше, я нашел первую наклейку. Наклейка 5 years, самая дешманская наклейка в мире, капец! Я потратил сколько времени ради этой наклейки? Посмотрите, реально, ни одной наклейки... А, ладно, ладно, вру, вот еще вторая наклеечка. Ну, блин, ребят, до этого вообще наклейки их не было. Это просто какое-то издевательство. Наклейки вы где? Смотрите, смотрите. Вообще нету никаких наклеек, кроме этих двух 5 years. Не, ребят, походу мы выбрали не очень удачный скин, потому что на этот G22 пиксель камуфляж никто наклейки не клеит. 5 minutes later. Возможно, немножко сумасшедший, потому что, я думаю, вы тоже видите количество запросов. Но я готов это сделать ради вас. Пацаны, с вас лайк, подписка, я пошел листать. Пристегнитесь, мы взлетаем. Знаете, я нашел наклейки за полчаса листания. Просто угадайте. Ну не поверите. Не поверите. Никаких! Ни одной долбанной наклейки я не нашел на этом Desert Eagle Glory, потому что просто-напросто никто сюда не клеит. Ну, пацаны, комонка листать вам точно не советую, а то вы потратите так много времени, как кента ПК, а в итоге ничего не найдете. Ну что же, уважаемые, в принципе, на этом все. Обязательно прожмите лайкусик под это видео, напишите любой хороший комментарий и напишите в комментариях, какой скин пролистать в следующий раз. С вами был ваш Кентуха, обязательно подпишитесь на мой телевую, ссылочки в описании, всех обнял, приподнял, всем удачи и всем пока!